Здравствуйте, рад вас снова приветствовать на нашем YouTube-канале Енот Постригун. Сегодня у нас снова обзор триммера от Эндис. Это снова Эндис T-Outliner, но в этот раз это у нас беспроводной литий-ионный триммер. Выглядит он очень похож на T-Outliner обычный от Эндис, но есть и отличия как по устройству, так и по внешнему виду. Итак, для начала рассмотрим коробку. Коробка у нас такая вот премиальная, изображен триммер. Изображена комплектация. Здесь, в отличие от проводного, добавлено 4 насадки. Стандартные, в общем-то, для эндисовских триммеров. 1,5, 3, 6, 10 мм. Ну и подставка, масло, зарядка. Так, хорошо. Давайте заглянем внутрь и посмотрим на сам триммер. Итак, вот такая вот красота у нас внутри. Помимо триммера здесь сразу же у нас и подставочка. Все это как-то вот так. Триммер на подставке. Подставка действительно очень-очень-очень понтовая. Помимо этого, она довольно-таки тяжелая, увесистая. За счет этого у нас триммер не свалится с тележки при зарядке. Давайте посмотрим, что еще у нас. Поднимаем эту пластиковую крышечку. Здесь у нас, конечно же, макулатура, как без нее. И такая вот коробочка, в которой у нас находится зарядное устройство. Шнур у зарядного устройства не круглый, он плоский, для того, чтобы он меньше путался. Ну и насадки и масло. Собственно, то, что и было перечислено у нас на упаковке. Давайте убираем все это в сторону. Так. Очень красивая подставочка, очень круто будет смотреться на вашей тележке и очень интересный триммер. Чем он интересен? Во-первых, здесь остался тот же самый абсолютно нож, что был на проводном триммере, из-за которого его, собственно, и берут. Но теперь он у нас без провода и стал легче. Если проводной весил около 320 грамм, то беспроводной всего лишь 220 грамм. Это все еще довольно много, но в полтора раза практически меньше, чем проводная версия. Заряда хватает на целых 100 минут, то есть почти на полтора часа работы. Вернее, не почти на полтора, а больше, чем на полтора часа непрерывной работы. При этом зарядка всего за 1 час. Поскольку есть у нас зарядная подставка, то мы можем всегда клиента только отработали одного, сразу поставили, у нас заряжается. Поскольку здесь литий-ионный аккумулятор, то ему не страшно находиться на зарядке практически непрерывно. Мощность. Если у проводного триммера про мощность практически ничего нам не известно, она нигде не указывается, то здесь она, опять же, нигде не указывается, но разобрали, посмотрели, что же там внутри. Мощность двигателя здесь примерно 3,1 ватта. Некоторые, кто не особо-то следит за тем, как там у нас устроены аккумуляторные машинки и триммеры, скажут, фу, 3 ватта, это так мало. Это очень много. Такая мощность предполагается у полноценных машинок для стрижки, допустим, у того же Moser Chrome Style. Ну, машиночка довольно красивая. При включении у нее загорается подсветка. Клево. Давайте заглянем внутрь. Что же там у нас внутри? Итак, так же, как на проводном, 4 винта. Здесь немножко другая форма для того, чтобы удобнее втыкать было в подставочку. Но те же самые 4 винта. Располовиниваем аккуратно. И мы видим мотор. Мотор здесь огромный. Далеко не в каждой машинке для стрижки можно увидеть мотор такого размера. И это говорит о том, что можно ждать использование всех 3,1 ватта на полную катушку, а не так, что они уходят куда-то на ветер. Иногда пишут мощность там 15 ватт, а в итоге стоит маленький моторчик, который эти 15 ватт переварить в принципе-то и не может. Итак, что здесь еще можно сказать? Да, в общем-то, сами все видите. Машинка довольно удобная, нет такой дикой вибрации, как у проводной версии. Мощный мотор значительно мощнее, чем у проводной версии, опять же, нож тот же самый, но в комплект положили насадочки, которые, честно говоря, не особо-то нужны, но, тем не менее, здесь они есть, ну, пускай будут. Что еще отметить? Здесь у нас несколько меньше пространства, которое можно отпилить, если хочется облегчить доступ к нашему визуальному, но тем не менее, опять же, можно сделать скелетон. В принципе, здесь такая возможность остается. Ну, на этом, пожалуй, все.
Стоит только отметить, что данный триммер достаточно дорогое удовольствие, стоит примерно в два раза дороже, чем его проводная версия. Вот это вот, пожалуй, единственный его минус. А так, замечательный нож, замечательный мотор, замечательный аккумулятор, шикарная зарядная подставка. Поэтому, если финансы позволяют, весьма рекомендую к покупке. Если какие-то вопросы остались, задавайте их в комментариях под этим видео, либо можете задавать их в нашей группе ВКонтакте, которая так и называется «Енот Постригун», ну и купить можно на нашем сайте в интернет-магазине «Енот Постригун». На этом все. Пока-пока.